Эгейское море. Эгейское море? 84-й год, Эгейское море, дневная вахта. Там, когда плывешь по Эгейскому морю, там слева остров, справа остров, и, так сказать, каждый остров какое-то воспоминание о собственном детстве и о мифах древних греков. Пожалуй, кроме острова Лесбоса, потому что уже с другими вещами связано. Так, остров Хиос, остров Самос, остров Родос. Мало бы скитался по волнам, отчего же я испытываю робость, прикасаясь к вашим древним именам, возвращая в позабывшиеся годы, одни вы моей затмили земель, нас качают ваши ласковые воды, человечество цветная колыбель, нас качают ваши ласковые воды, человечество. Призывно пахнут травы, ждут опасности, понесет раз на дню. Черный паук, что означает должен траву, белым парусом на мачте змею. Трудно веровать в единственного Бога, продвинется и тебя проводит прочь. На Олимпе же богов бессмертных много, кто-нибудь да согласится нам помочь. На Олимпе же богов бессмертных много, но не будет да согласиться нам помочь, что Азия, что тесно Европа, после гроба в коммунальных теремах, успокоится с другими Пенелопа, а забудет про папашу в теремах, и плывем мы беззаботны, как герои, не жалеющие в жизни ничего, мимо сытой Харибды, мимо троги, мимо детства моего и твоего. Мимо сынной Карины, мимо троги, мимо детства.